Приобрести можно все, что угодно. Опыт, умение подводиться, умение выкручиваться. На это все равно должна быть хорошая реакция. Но, тем не менее, эти вещи можно приобрести. Но чувство вот этого эфира, это, знаете, это как умение дышать. Это при рождении. Шлепнули позаду, закричал. И вот тогда же, видимо, человек приобретает и чувство прямого эфира. Сама Яна Чурикова приобрела чувство прямого эфира 6 ноября 1978 года в Москве. В школу пошла в Венгрии, где на тот момент служил ее отец. Мама Яны Чуриковой, кстати, финансист по образованию, а не известная актриса, как многие ошибочно считают, вовремя разглядела в дочери творческий потенциал и направила его в нужное русло. Так вот, мама сказала, давай-ка ты нам каждому празднику, мне, папе, бабушке, дедушке будешь дарить стишки своего сочинения или сказочки своего сочинения. Как-то вдруг я поняла, что мне хочется не то чтобы сказочки писать, а писать что-то более приближенное к реальности. Просто излагать какие-то проблемы, которые всех волнуют. Но это тоже шло еще из какого-то глубокого детства, когда там ребенка ставят на табуретку, и ребенок читает: «Однажды в стадионную зимнюю пору». Гости сидят, закусывают капусткой квашеной, говорят: «Молодец, Яночка, молодец». И мне кажется, ничего не изменилось. Вот как меня ставили на табуреточку, я развлекала гостей. Просто сегодня табуреточка повыше и гостей побольше. Путь на ту самую табуреточку повыше был непростым. В 13 лет Яна Чурикова по инициативе своей бабушки пошла работать в юношескую газету «Глагол». Затем поступила на журфак МГУ. После пошла работать на авторское телевидение корреспондентом, затем ведущей и продюсером на канал MTV «Россия». И, наконец, стала девушкой фабричной, ведущей «Фабрики звезд» на Первом канале. Ну вот тот самый момент откровения, пожалуй, и настал. Марк Тишман, Москва! Вот она такой человек, что ей действительно то, чем она занимается, ей это нравится. И поэтому ей веришь. И поэтому как бы мы, фабриканты, не спели в дуэте, мы верили ее отводкам, что все хорошо. И на какое-то время успокаивались и думали, да, мы свое сделали хорошо. Я думаю, очень она помогала и нам, чтобы телезрители к нам относились хорошо, потому что люди верят ее словам. И даже если где-то мы что-то сделаем не очень уверенно, а люди послушают, как это откомментировала Яна, и подумают, ну да, в принципе, здесь вот талантливо было. Мы можем придумать историю, как-то так все срежиссировать, но при этом вот в эту историю должны верить абсолютно все, кто в ней участвует. То есть «Фабрика звезд» — это, в принципе, красивая сказка. Но приходя в нее, ты понимаешь, что все здесь правда, что и действительно так, что вчера ребенок был простым мальчиком или простой девочкой, а через 3 месяца его знает вся страна. Сказка-сказка, правда-правда. Так вот, на телевидении работают только те вещи, которые сказку совмещают с правдой. Корнелия Манго, Астрахань! Замечательная, добрая, никогда не кричит. Вот, хотя, может быть, она и бывает, конечно, строгой, там, может что-то прикрикнуть там, или еще что-нибудь, но в основном как бы я ее видела всегда со стороны такой очень теплого, доброго человека. Видимо, просто это лучшая часть меня, просто нужная для телевидения. Как обычно на телевидении работают простые вещи. Вот. Либо ты пионер-вожатая, либо ты там мать кормящая, либо ты там... Ну, в общем, что-то простое. Образ должен быть без каких-то ответвлений, должен быть понятным. Хотя очень странно, как вот говорят, вот шоу-бизнес, он такой жестокий, как сложно в нем выжить. Мне кажется, что этому человечку очень... легко было, потому что она добрая и солнечная. И все, что она отдает, как бы то тоже к ней приходит. Иногда некоторые, может быть, наблюдая меня в работе, могут понять, что я не так вот карамельно возвышенно, как могу казаться с экрана. Да, если что, я могу и промеж глаз, так вот, серьезно. Могу словом, а могу и делом. Мы-то порой только видели ее тени за стеклом и знали, что Яна пишет подводки, и голос большого брата сверху нас спросил: «Ребята, не ходите в чайной, там Яна пишет подводки». Вот. И, значит, на свой день рождения она пришла к нам, она принесла нет, шампанское не разрешили ей принести, она принесла торт, мы пели песни, ну и мы, фабриканты, сочинили для нее целую оду. Не сейчас не могу припомнить строчек из этой песни, потому что сочинял Марк там со всеми, ну как бы большую часть, конечно, принял он. Я уже не помню, что там мне пелось. Я помню, что Яна, без изъяна,
и кто-то пьяный отмечает ее день рождения, а мы не пьяные, потому что нам не дают пить в «Звездном доме». И на самом деле я нашел много каких-то интересных рифм, потому что все, что не скажешь, все хорошее, все про Яну. Яна лучше всех, Яна знает ее все. Яна, oh happy day, Яна happy day, happy day. Woo! Кстати, если подумать, сколько уже наша сборная не была дома? Больше 2 недель. Больше, да гораздо больше. Уважаемые футболисты, вот мы лично с Виктором Гусевым, 7000 болельщиков, которые здесь в Зальцбурге вас поддерживают, а также миллионы телезрителей у экранов телевизоров, совсем не против, если бы вы, дорогая сборная, задержались здесь до 29 июня. Правда, друзья? Да!